Ням-ням. Ням-ням. Здравствуйте. В эфире самая вкусная передача «Язык проглотишь». И, как всегда, у меня в гостях повар парижского ресторана «Максим» Жан-Жак Леон. Бонжур! Сегодня вы обещали нам рассказать рецепт миндального торта. Погоди. Как говорят французы, не лезь в пекло поперед попа, во-первых. А во-вторых, где шпроты? Какие шпроты? Шпроты, ля шпроты по-французски. Что, не знаешь, что такое шпроты, а? Не, ну ля поколение растет, не знаешь, что такое шпроты. А, шпрот, так это рыба такая. Ля, сама ты рыба, а? Шпроты это банки такие вот, круглые или продолговатые. Раньше за стол без шпрота уже не садились. Mm. Это не праздник был, если на столе шпротов нету. Хозяйка, если шпроты не поставит на стол, так гости вставали и уходили, и неважно, Новый год это или свадьба. Это без шампанского можно было Новый встречать, но только не без шпротов. Да в голове вообще не укладывалось, как это Новый год и без шпротов. Даже пословицы такие были. Нету шпрот, не Новый год. Нету шпрот, нуля. Ну что за 23 февраля? Без шпроты водка не лезет в рот. Женщинам на 8 марта дарили шпроты вместо цветов. Ну и где они? Кто? Ля, шпроты. Ну нету. Ну и как мы будем торт делать без шпрот? А зачем для торта шпроты? Да не для торта, а для стола, Ля, ну ты тупишь, а? Для кого тут распинался, пословицы вспоминал? Чем с икрою бутерброд, лучше слопать банку шпрот. Едешь за гранку, привези шпрота в банку. Стол без шпротов, как Африка без бегемота. Ну что, так трудно было купить шпрота в банку хотя бы? Ну я не знала. Ну как не знала, Ля? Скажи честно, нарочно не купила шпроты, чтобы вот до истерики меня довести. Ладно, давай, заканчивай передачу. А торт? Без шпрот? Нет, ну ты понимаешь, что я не могу без шпротов делать ничего, как этот Владимир Соколов без майонеза. Не догоняешь? Мама, Вовочка, майонез. Я, мой папа и шпроты. Все, давай, прощайся, чтобы в следующий раз тут все было в шпротах. Вот. До свидания. Все, шпроты, 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 еще раз шпроты. Слушай, потрогай, у меня температуры нету никакой. А! Да ладно, ревуа. До свидания, дорогие телезрители.